Здравствуйте, Алексей. Добро пожаловать на работу в пиццерию 70 Никона. Как вам говорил директор здания, вы начнете уже сегодня, в понедельник. Вам выдадут форму и ключи от здания. Ну, точнее, вам это уже все выдали, но уже... Ладно, прокатили. Я ваш инструктор, я буду звонить вам в начале каждой ночи и инструктировать вас по работе. Что делать и так далее. Кстати, пока не забыл, расскажу вам про нашего ночного охранника, который работал здесь. Его зовут Михаил. Но он у нас почти самый лучший работник в нашей жизни. До тех пор, пока он не начал говорить, что он увидел, что по зданию ходили аниматроники и хотели его убить. Не знаю, как вам, мне кажется, это полным бредом. Не могут они ходить по зданию в ночное время. Но мы даже хотели посмотреть запись с видеокамер. Но мы так не можем это сделать. Требуют пароль. А пароль наш директор куда-то подевал. Поэтому так все. Ладно. Вернемся к работе. У вас есть планшет с предусмотренной программой просмотра видеокамер. У вас есть 11 камер. Просматривайте их желательно все. Также у вас в офисе есть двери и подсветка возле них. Иногда некоторые ночные посетители будут к вам пытаться добраться до вас. Если они у вашей двери, вы закройте ее. Но будьте внимательны, ваша энергия не бесконечна. Она будет тратиться во время ночи. Ее. Мы проблемы с электричеством, и поэтому мы включаем генератор в подвале на ночь. На пятой камере у вас есть инвестиционная зарядка в шкатулке. Не забывайте ее заряжать. Просто там марионетка. Странная очень. Так смотрит. Не думаю, что ее дверь остановит, а она может через окно пролететь. Так что просто не забывайте ее заряжать. Это ее останавливает. Ну ладно, пожалуй, это на сегодня все. Остальное я вам расскажу завтра. Удачи вам и спокойной ночи.
вас здравствуйте. Вы, надеюсь, не уснули, пока работали в свою первую ночь? Знаете, работа охранников всегда такая страшная. Вы просто смотрите за порядком, вот прям учите, майте, ну и так далее. Кстати, я тут решил днем поговорить с Михаилом, про аниматроников. Что же интересно было, что он там про них расскажет. Так вот, он сказал передать вам инструкцию по защите от аниматроников. Серьезно, он до сих пор думает, что они ходят по зданию? Ну ладно, это моя обязанность вам что-либо рассказывать. Так ладно, давайте. Так вот, первый это Макс. Синий Стигман аниматроник с ушами и красным бантиком. Он приходит к левой двери, так что ее надо просто запеть и подождать несколько секунд. Дальше. Розочка. Розовый Стигман аниматроник с нервчиком. Она приходит уже к правой двери. Ее также надо закрыть и подождать несколько секунд. Так, теперь третий. О, вот нашел. Нолик или, как его называют, Таллян. Уже не приходит, а постепенно выходит из своей пиратской будки на четвертой камере. Если услышите бег, закройте левую дверь. Он постучится и уйдет обратно на четвертую камеру. Лара. Красный Стигман аниматроник с черным, с красным горошку бантиком. Сидит на пятой камере вместе с марионеткой. Как только услышите музыкальную шкатулку, переключите на пятую камеру и включите радиосигнал. Это ее вроде как успокаивает, и она... Ну, вроде как, ну, там еще что-то про Стигмана написано. Ну, я вообще никак понять не могу, что там про него написано. Все перечеркнуто. Единственное, что есть, это... Если он уйдет с восьмой камеры, надо сразу закрывать ее в колонке. Странно это, типа, вообще, зачем это? Надо было начать, если это не справа, просто да, у меня тут есть одна новость. Я не смогу вам звонить, мне надо ехать кое-куда. Ну, не скажу, куда именно, я просто скажу это по работе. Ладно, все, хорошо. Хорошей ночи и, конечно же, хорошей работы. До связи. Thank you.